Не знаю, что-то решил сегодня упороться вдруг резко. Даже не Да. пятница. Не знаю, тоже, значит, сегодня какой-то. Может, мне это чувак, когда в нос ударил, мне мозг вправил, я нормально стал думать. Не знаю. Ну нет, так нет, че. Не, ну в смысле, сотрясение, наверное, может быть, но я думаю, ты почувствовал, если у тебя было сотрясение. До носа я кончик дотягивал, проверял. Че ты кончик куда дотягивал? Отца твоего я дотягивал. Оттягивал кончик. Всем привет, с вами Петя, и я буду показывать вам Battlefield 5. Но не спешите выключать, ведь тут вас ждет не менее отборная деградация. Ведь теперь это наш общий канал по всем играм. Поэтому даже если вы не очень любите Battlefield, но хотите продолжать понижать ECQ, смотрите наши нарезки ради вулзов. А чтобы поддержать нас, подписывайтесь на канал, смотрите стримы и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. Мы будем стараться ради вас. Пацан, здесь чё? Блять, это дерево. Сорян, это дерево. Ты дерево. Я даже отрицать не стану. У, лежит, лежит, лежит. Убили его. Ну, сука. Ну, сука. Люди. Опа. Блин! А я... А ты выжил хотя бы? Да, не, я не выжил, я зацепился руками за уступ. Вот за жердочку, как батя учил. Вот ты вот жалуешься, да? И жалуйся. Ты в DICE устроился работать или что? Не покупай игру, верни игру, блин. Деньги мы тебе, конечно, не вернем, но ты пидор. Саня. Это... Я выцеливал чувака, и Саня такой, нет? Да-да-да. Там трактор, трактор, трактор! Саня съебывает, спиздив сраный трактор. Смотри на него. Я погоди, я тут... Саня, вот здесь враг аккуратней. Да Саня, похуй на тракторе, ты чё? Сука, они так сожрут, трактор столкнет. Ничего, мы тебя новый найдем. Ну, всё, я исправился. Тут можно мост поставить. Ага. Ебать, как воду поставить. Погоди, 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 погоди. Ой, я, кто это? Что? Я на тебя резнулся и упал со скалы. Ой, блядь, так ты высоко тут. Да тут половину карты можно аналом называть. Так-то, положа руку на сердце. Есть глубокий анал, а есть... Да-да-да. Нашего паренька щелкнул. Откуда, откуда нашего? Бля, какие мы четкие, да? Три штуки сразу. Тимплей. Я сейчас, конечно, поставлю бы. У меня, блядь, КД единица. Е2. Что такое единица? Ну, это одно целое. Это глубокая мысль. Цитаты великих Сайда Доу. Бля, ебать, для кого я приказы ставлю? Пиздец, сижу тут один, как долбоёб в итоге. Охуенный ответ. Да. О, блядь, я тоже упал. Все поплатились. Третий еще вот сейчас наебнется, и нормально. Я взорвался от Петиного подхерда, по-моему. Посмеялся на сайте, да, блядь. Не допрыгнул сейчас с кем-нибудь. Нет, а я-то допрыгнул, я по бревну бежал и ржал на тобой, и сам упал. Dream Team, ебать. Двое чуваков лежат.
Вот здесь парни. Двое. Сифой лучше бките. И один спрашивает. Все. Я как-то успел артой зато убить. Двоих, троих. Я. Ты посмотри, сколько я народу поубивал артой. Ты видел под конец? В красном здании они опять. С улицы убили. Зашел в здание. Убежал. Не вижу больше кого. Я вижу, он там. В дом зашел. А! Убил, убил. И еще сзади зашли. Хуй знает. Я прям на танк вызвал арту, короче. Джин. Че сидишь? Иди, иди. Че сидишь? Есть контакты какой-нибудь? Танк смотрит на айс. Ох, ты танк взорвал только что. Артой, да, реально неплохо. Сейчас я тут выкурю. Тыловых хитрил. За танком прям видишь, да, бежит. Бля. Блять. Бля. Танк. Опять танк. Он не умер. Он теперь умер. Танк-то? Взорвал? Ага. Все с трупом. Там три человека в моем трупе у речки. У них еще маячок там есть, возрождение. Раз, два. С другого берега насовывают. Жесть. Беги. Нахуй. Вот сломали маячок? Бля, поднял, да, маячок и сломал. Снайпер один из них. Еще слева от тебя опять. Рыж. Сейчас приду тебе за что по очку. Я тебя спас, Дима, Петь. В углу, Петь. Ха! Блядь, чё? Димон, перед тобой, ты чё? А я не видел его. Я вижу два червяка, вон кувыркаются наверху. А этого не видел. В домике, в домике. Есть, 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 Петь. На втором этаже большого двухэтажного дома. На втором этаже двухэтажного дома. Классно, да? Бля, разминировать прибежал. Ну, а чё нет? Мочи его, мочи его. А, хорошо. А мы в атаке или в нападении? Я чуть не пойму. В нападении. В атаке. В атаке или в нападении, Лёня? В атаке или в защите? Да, в защите. Просто о чём мы тогда бегали где-то там? Ну, мы пытались как про играть. А, я понял, а поиграли как... Не как так. Обычно. Ну, Петь, может, ты можешь что вызвать можем? Блять, приступы тошноты мы вызвать можем, сейчас. Матершинного гномика можешь вызвать. Пиковую даму. Диковую даму. Петь, ты вызывал в детстве гномика матершинника? Нет. Я был гномиком матершинником. Тебя вызывали. Да. А, у них еще штурм-тигр. Классно. Штурм-пидор. Бля, он сквозь сарай проезжает. Проехал. Там Дэвид Копперфилд он управляет машиной. А у него, кстати, очень мало хп, пацаны, надо его взорвать. Дэвид Копперфилд. Чувак, жопой вперёд съёбывает. Ломай ему ноги. Такой, ноуп. Бля, какой пиздец. Я... Он что-то не взорвал с двух мин. Мины ещё есть, Петь? Нет, больше нет. Сука! Тупо вообще.
Кто спиздил мой танк? Ты что, прям перед носом так положил? Ну, то есть я еще от своей команды должен прятать собственные мины, окей. На, приказ. О, бля, меня штыком затыкали, ты прикинь, баба из кустов выбежала. Так, жду вас, я понял. На моем трупе, ладно. Феминистка, наверное. Ну, тоже Сань. Я попробую все. Сань, иди к нам. О, есть. Это по байке. Че, я слышу? Это не я, кстати, взорвал, если что. Это я взорвал. Блять, а зачем к нам иди, там снайперы, блять, вас стреляют, сука. Сайд совершил суицид через мой сифон. Я там нормально стрелял, захватывал с высоты, блядь. Иди к нам.